веселые наши истории. Это колесо, которое у нас взорвалось на втором проезде. Это его последствия. Потом был заезд с мигалем. Он на постановке меня шандарахнул. Ну, новый диск зафакали, как вы поняли. А он там в большой дуге подвстал. Я слегка, ну, успел засейвился, зеркальце поцарапал. Ну и здесь чуть об колесико припер. Ну так вот, чисто синенькой красочку подснял. Но аккуратненько. Вот колесо. Вот колесо. Колесо вон там уже. Но он мне ответил на постановке не совсем аккуратненько. А, вот это вот колесо. Вот это колесо. Достаточно больно для новых дисков. Хорошо, что мы вот эти вот фрезерованные алюминиевые штучки сняли, хотя бы они целые остались. Ну и минус один рычаг. Но контакт был добрый. Крыло нашли, сегодня ночью будем красить, устанавливать. Санек нас уже второй раз выручает, пока свой автомобиль собирает. Мы ему комплект обвеса отправили. Вот сейчас периодически просим всякие деталюшки и обратно высылаем по возвращению домой. Левое, причем крыло запасное есть, правого не было с собой. А так в целом все прекрасно.